Главе государства было доложено о тех перспективных разработках, которые на сегодняшний момент реализуются, те проекты, которые выходят уже на финишную прямую. Сегодня мы доложили о новинке, которая впервые будет представлена на выставке «Миликс». Это полностью белорусский БТР, производство и разработки Минского завода колесных тягачей. На сегодняшний момент мы очень серьезно готовимся к юбилейной 10-й выставке «Миликс», которая пройдет 23-26 июня на площадке «Минск-арена» в городе Минске. На сегодняшний момент 42 организации оборонного сектора экономики будут представлять свою продукцию, 22 организации Российской Федерации, ряд будут павильонов и иностранных наших партнеров. 31 делегация на сегодняшний момент уже подтвердила свое участие в выставке из 15 регионов. На выставке будут представлены более 300 образцов новейших видов ВВСТ только от Республики Беларусь. 177 из них будут представлены впервые, а 88 – это новые модернизированные образцы.